Поток туристов в Ненецкий округ продолжает расти. Предварительные заявки на различные туры в Заполярье уже оставили порядка 60 желающих из России и зарубежья. Только в ноябре на базе турцентра уже отдохнули две группы путешественников. На прошлой неделе туристический культурный центр «НАО» принимал гостей из Таиланда. Несколько дней тайская семья знакомилась с жизнью Ненецкого округа, бытом и традициями оленеводов. А на этой неделе в Нарьян-Мар приехали жители Австралии. Супруги Беннет уже выполнили программу «Минимум». Впервые увидели снег, северное сияние и побывали в настоящем ненецком чуме. По данным руководителя турцентра Матвея Чупрова, еще порядка 10 человек из регионов России выразили желание провести здесь новогодние каникулы. А с февраля месяца на базе учреждения планируется принимать по 30 туристов в неделю. Несколько турпродуктов для зимнего и летнего отдыха предлагает еще один предприниматель региона Андрей Николаев. Он сообщил, что в феврале готовится принять группы туристов из Китая. В основном зимние предложения включают посещение стойбища оленеводов в тундре, катание на оленях и снегоходное ралли. Туристам предоставляется возможность познакомиться с бытом коренных малочисленных народов, проживающих в НАО, попробовать блюда национальной кухни. В зависимости от запросов гостей региона предлагаются семейные или более экстремальные виды отдыха.